Вот огромные трубы. Значит, на самом деле на фотографиях видно, что они как бы сами держатся, на самом деле нет. У более бедных, вот более нищих людей, вот они были в таком плохом состоянии, поэтому трубу чаще всего даже не это, она даже не на самом граммофоне-то и держалась, она подвешивалась на каких-то там проволочках, ниточках за штору или за что-нибудь еще.